Make Presents. Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я хочу вам рассказать, как сделать из видеофайла гифку. Нажимаем файл, импортировать, кадры видео в слои. Выбираем видеофайл, открыть. Выбираем от начала до конца или только выделенную область. Выбрать область можно с помощью ползунков. Я выбираю от начала до конца. Далее нажимаем ОК. У нас загружается. Нажимаем файл. Сохранить для веб. Изменяем размеры как вам угодно. Можем оставить прям такие же. Я оставлю такие же. Называем свой файл. Сохранить. И все.